Сейчас я вам покажу, как на лошади ездим со шпрунтами. Шпрунты – это у нас повод такой длинный, считается строгим, так скажем, приспособлением для лошади, и поэтому ездить со шпрунтами могут только опытные всадники, потому что у нас на шпрунтах нет никаких смягчающих частей, и поэтому лошадь у нас как бы... Все крепления очень строгие, нет никакого смягчения на рот. Только ваши мягкие пальцы, ваше воздействие мягкой руки будет смягчать воздействие шпрунтов. Шпрунты помогают нам лошадь держать постоянно в стабильном состоянии, в одном и том же. Как мы держим шпрунты? Я трензельный повод держу под мизинцем, а шпрунт держу под безымянным пальцем. Если вам так неудобно, можете держать под средним пальцем, это уже как вам удобнее. Сейчас я вам покажу, как мы едем на шагу, рыси и на галопе со шпрунтами. Вот мы с вами едем шагом, у нас набраны шпрунты, лошадь держит голову постоянно в стабильном состоянии, то есть у нас идет строгий такой коридор. Вот мы едем шагом. Теперь мы поедем рысью. Двигаем лошадь. Шпрунт у нас является вспомогательным воздействием на лошадь. Когда у вас лошадь, может быть, жесткая на ход, или чего-то не слушается, или много мотает головой вверх-вниз, вбок, вправо, шпрунты, они выравнивают лошадь и помогают собрать ее, то есть устабилизировать лошадь в одном положении. Вот лошадь у нас бежит с вами рысью, спокойно, ровно, четко, не мотая головой. Сейчас мы лошадь поднимем галоп. Также подъем и галоп у нас получается стабильнее. Лошадь не поднимает голову, не опускает ее. То есть держится в одном и том же состоянии, в одном и том же равновесии. Переводим лошадь в рысь. Лошадь стабильно держит голову. Переводим лошадь в шаг. Лошадь перешла в шаг. Шпрунты нам очень помогают на обратных переходах и также на переходах в шаг, в рысь и в галоп. На этом все. Спасибо за внимание.